57 фамилий высечены на обелиске павших воинов в деревне Дедылдино. Это вечная память местным жителям, которые отдали свои жизни за мир и победу над фашизмом. На монументе всегда есть цветы, но в преддверии Дня Победы их особенно много. Сюда приходят благодарные потомки, чтобы почтить тех, кто не вернулся с полей сражения. Я знаю, как про войну очень много. И сожалею, плачу о погибших. И День Победы для меня праздник такой, чтобы не... Я смотрю телевизор или слушаю, написано, говорю, чтобы не повторилось никогда в жизни вот это все страшное, что пережили наши родители. Так исторически сложилось, что обелиск является местом поклонения не только для жителей Дедылдино, но и соседних Таболова и Пуговичина, а также для городских поселений Горки Ленинские и Видное, в границах которого он и расположен. Среди собравшихся местное население, духовенство, депутаты и представители власти. Почти в память павших минутой молчания каждый смог возложить цветы к монументу. 20 миллионов, которые положили свои жизни, они же понимали, что если не они, то кто? Если не они, то тогда черная чума бы просто могла раздавить нашу страну. Присутствовали на мероприятии и представители младшего поколения. Учащиеся Калиновской средней школы специально подготовились к этому дню. А в День Победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет покуда не погас, мы все... От рядовых до генералов. Находимся незримо среди вас. По признанию ребят, для них это совершенно особенный день и всегда ответственное, важное событие – принять участие в торжественном праздновании. Мы хотим отдать дань памяти тем людям, тем великим людям, которые проливали свою кровь на фронтах Великой Отечественной войны, которые погибали за нас, чтобы наше будущее было светлым. Очень много людей умирало и воевали за наши жизни. Это очень страшно. Потому что люди теряли свои семьи и жили просто в голоде, концлагеря. Это было очень страшно. Вспоминая героев войны, подрастающее поколение познает уроки добра, мира, справедливости. Очень важно проводить, говорить и рассказывать. И мы обязаны делать все, чтобы наши дети помнили самую настоящую, истинную и правдивую историю своего народа, своего отечества. И такая память, которая живет в сердцах людей и не притупляется с течением времени, и есть наша лучшая благодарность тем, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин и Елена Кошелева. Видное ТВ.